предлагаю сделать Марины таблетки. Ну, сначала... Нет, подожди. Не-не, назад. Из вот этих, да-да. Еще? Угу. Но они не так, кстати, много просят. Давайте про таблетки. Это таблетки кончились. Наши таблетки сюда. Ну все, я думаю, этого достаточно. Да? Так, теперь надо пойти жвачки сделать. О, да. Я не могу пройти мимо твоих не ступней. Не трогай мои ноги. А, у нас мазь целая. Серьезно? Так я же не расходовал. Так, скорость нужна обязательно. Без скорости не могу прямо. Давай все понаделаем. Ой. Давай. Еще. Еще больше золота, да? Так это тоники, да? Да. А, что там еще у нас? Ну, есть. Ну, удары у нас еще. Взрыв Давай. Удара. Что? И то, и то. И то, и то. Так, спокойно, Окей. спокойно. Не, они неплохо помогают, кстати. Слушай, взрыв-то не такой уж и дорогой, а по одному кристаллу всего. Потому что я большой беру. Маленьких-то не хватает. Если маленьких, то 9. Да. Видишь? Средненьких 2. У нас пока есть. Пока не страшно. Можно сделать. Так сколько у нас их? 3? 3. И 3 того давай. Давай, и 3 того. Один. Ну все, Мари, мне кажется, мы теперь бессмертны в этой игре. Отлично. Так, чё, куда? Мы хотели к большой двери, да? Угу. Таня. Так, большой двери. Подожди, покушать. Не-не, сами уровни здоровья посмотришь. Так мы фуловые. А, все, отлично. А, и это нам для фаст-тревела взять с собой, да? Угу. А, у нас есть одна для фаст-тревела. Возьмем да. Две. Угу. Лечилки есть. Можешь большую брать? Я предлагаю наоборот большую оставить. Мелкими это дома лечиться будем. Окей. А все у нас 6. Так, ну и похавать что-нибудь с собой. Вот вместо вот этого взять вот это. И вот это. И вот это. Ну да. Ну все, мы готовы. Текаем отсюда. Так, нам нужно как-то в ту...
А, смотри, почему август... у него такое удивленное лицо? Не знаю. I found a weird door when I was on my own over во, there. Во-во-во-во-во. Show me the way. Вопрос. Короче, смотри, Август, они уехали да, вот, смотри на них. Со своей планеты и почесать его не забудь. Обязательно почесу. Они уехали, короче, со своей планеты, и эта планета, она заброшена. Поэтому здесь нет книг. Они здесь вдвоем, здесь больше никого нет. Понимаешь? Ты понимаешь или нет? Понимаешь? Тисю, ты понимаешь? Симпатяшка. Ой, он плюхнулся там. Не так прикольно. Так, куда нам? Давай. Нам вот сюда. First. Она прилетела, да? Да. Птишка. Такси Юпер. Так, куда? Так. Пойди вот сюда. Показать Кею дверь, это... да, нам сюда. Угу. Пожалуйста, выберите больше... А, остановка ощущения. Да, нам либо сюда, либо сюда. Ну, давай сюда. Ну, давай сюда, здесь сложно заблудиться. Боже. You know, it's kind of chilly up here. Yeah, we should have packed you a little sweater. Так, на в какую сторону? Вот сюда. О, нам прям сюда. Are you following? Бля, Голди, этот хомяк, это когда я, наверное, ем, я примерно так же выгляжу. Подожди, я разве не очистил остров? Я вроде бы все расчистил. Вон там наверху, смотри, вон там наверху кусок. И вот зла из люка, смотри. Зла из люка. Вот она. Ой, а я взрывчатый. На него же вроде взрыв действует. Успел? He lowered his guard. Sorry. Do you think they're sorry when they hit us? Ready. Now. Bullseye. Take cover. Может тебе тоник надо взять? Shield up. Let's get it over with. And dome. Boom. Ha! In your face. Даже попробуй не поймать. Ripe for the picking. Harvest time. Yep. Значит, придешь обниматься. Вот, и наверху там. Я не знаю, как туда попасть. Через вот эту дверь мы и попадем. Грибы, грибы, грибы. Где? Ей. Осмотреть. Осмотреть. The same as on my metal. Внезапно. Yeah, that's what I wanted to show you. Do you understand any of this? No. And what is this? No idea. There's no button, no lever, nothing. А у медальона есть ключ. Карта. По-моему. Бля, как в воду глядел. Wow. What did you do? Ставил, да? I just waved my metal and... А, просто поднес. Да, я говорю, ключ-карта. Are you telling me that your metal is actually some kind of key? I have no idea. But in any case, it's open.
So are we gonna check out the other side? Да, пойдем, конечно. Of course. Unless you have a better idea. Что, пойдем глянем? Да. Ой, Леша, пойдем, мы же ради этого здесь сегодня и собрались. Okay, then. Иди же, пассатижи. These buildings are a lot more sinister than the others. Do you think that's the experimental plant my mom mentioned? Very likely so. Which blew everything up. It doesn't look so big. I'm guessing it goes deep, though. I don't understand. How could such a small drill cause an entire planet to explode? I guess it acted as a catalyst. Наверное, я все равно не понимаю. Mm-hmm. Пусть объясняет. Sorry, I still don't understand. I'm not sure I understand it either. No, ну, at best, I have a hypothesis. Whatever that's worth. Please, tell me. Okay. So, you know how the planets are set up, kind of? A big flow core with crust all around it. That's right. Irena said the plant was sourcing flow directly at the core, and that it was condensing into a solid state to facilitate transport. The hyperrust. Indeed. Whatever it was, something went wrong. And instead of condensing normally, the flow degraded into rust. And this degradation would have propagated along the drill path and into the core. Okay, there's no need to use air quotes every time. Sorry. So, then? Well, kind of like water and ice, if you will. The rust occupied more space than flow. When the flow core turned into rust, it expanded against the crust all around it, which ended up cracking. Kind of like leaving a bottle in the freezer for too long. And the rust leaked out of the cracks? I guess so. Otherwise, it came out of geysers, volcanoes, whatever. Okay. That makes sense. Which leads me to my second question. Why do you have the key to this thing around your neck? If I knew. Он просто у него с самого детства, это я помню. Let's go. Единственное. Чуть-чуть почистить. Ну реально, а так она не чистится, да? Погоди, пуськи лазят! Пуськи! Еее! Почему вдвоем нельзя чесать одного? Да! Я бы с радостью почесал. Гиперсквашено. It looks like the weird rust that we had found, doesn't it? Да-да. Yes. I'm guessing that's what they used to make here, before it blew up in their faces. I'm wondering how they did that exactly. I really need some time to analyze this rust. Hyper-rust again. Как тогда с медведем? Блин, я только починила наш корабль. Did you doubt me? Я второй раз его чинить не буду. Not at all. That's not what I meant. Whew. This one looks suspicious. Requesting permission to sample? Granted. What? Я чего-то не понимаю, да? Ничего ты не понимаешь. Есть сюда мои 40 кп. Вот так вот. Вот так вот используют меня ради ХП, понятно. Да в смысле используют? Мы тебя ценим, Мария, особенно я, когда ты мне даешь столько ХП. Целый 40 кет. Было даже 130. Погоди, тут еще что-нибудь такое есть? Грибы есть. Мочисть? Грибы, вон там. You thought you were so sly. Еще грибы. Nice, nice. That's some good growth. Опа. Опа. Wanna go in? Опа. Kay, check this out.
Ugh, the horror. What is that? Что это? По-моему, мы нашли аниме. It sings too. Кей, что-то как-то не оценил, я смотрю. Еще разок, да. Какая вредная. All right, we've seen everything. Sorry, Kay, but I have to bring this back to the nest. I'm not sure that's necessary. Bring it back, or I'll make it sing again. Мы его забираем, или оно сейчас опять будет. Походу, у нас нет выбора, Кей. Sorry, my finger slipped. Да, да. Поющий Дайко. Это фигня. Бля, можно мне тоже такое? Так, там была еще дыра. Где? Вон там. Time to go. Тут? Где? Да не, 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 вот же, вот же, вот же она. Грибы. А вот как раз. Как мы попадем, да? Земли под ногами не вижу. Подожди. А, отлично. And more rust. You can never have too much. Do we still need rust? Чуть-чуть. Of course. Ай-ай. Ready when you are. Ready. Но, в нокаут сразу. Your turn. That's gotta hurt. Three, two, one. Go, go, go! Hey! Are you alright? Yes. Давай еще. Ой, блин, я не то нажала, I'll keep да? them at bay. Meet my Прости. Boyfriend. Ready when you are. All set. Сейчас тебе прилетит. Где? Хвостом по роже. You like that? Отлично. What? That should do it. Bye-bye. See ya. Опять меня уронил? Да в смысле тебя уронил? Я только что упала. Погоди, а как на ту часть попасть? Я подозреваю, что надо просто ехать прямо. Да ладно. Не может быть такое. Ты грибы пропустила. Okay? Так меня не было на экране, я не смогла ничего. Остров не очищен. Вообще класс. Не очищен? А да в смысле не очищен? Посмотри. Нет. А как нам тогда быть? Может, по потоку нам может, надо? Да? Можно попробовать. Вон там еще чуть-чуть, по-моему, да, куда летишь. Куда? Я не вижу. Стой, стой. Вон, смотри, видишь? Так мы же там были только что. Очень странно. Очень странно. Вообще непонятно. Ля. Ля опять лечится. Ясно. Ля. Мария, тебя так приятно лечиться, ты бы знала. Ковальские варианты. Красиво. I'm going. Who's with me? I am. Слишком мало вариантов, как бы.
Может, внизу? А может, мы внизу? Нет. Вот в этом что-то не дочистили. Мы здесь? Угу. Ясно, спихнуло меня. Да-да. Да, вроде бы нет. Нет, это так не чистится. Мне кажется, это вообще никак не чистится. А внизу что-нибудь? А спрыгнуть-то никак. Ей. Так, мне удалось, я внизу. Я тоже. Но эти, они не взаимодействуют. Очень странно. Ну тогда я даже теряюсь в догадках. Одно пятно где-то осталось, блин. Хотя вроде бы здесь все расчистил. Приятного полета. Это что сейчас было? This one has a hilarious shape. For real. Какой-то жопки сто пудов, как обычно. Do you want to go in front? No, thank you. I'm too scared to lose sight of you. This is where we came from. All right, I know. Вон, я нашел, кажется. Внизу, да? Наверное. Хотя, по-моему, там тоже все облетал. Давай посмотрим. This is a pretty one. Да, вот она. Да. Ясно. Один кусочек просто был. Эй-эй-эй, семена, вернись! Семена, вернись! Во, все. Отлично. Так, теперь еще вопрос, куда дальше? Давай посмотрим. А мы вон не были, назад возвращайся. Возвращайся взад. Че начинается-то? Так где-то здесь, да? Собрала. Бля, крутые виражи. И мимо. Ладно. Еще разок? Нет, не еще разок, а другим путем. Ну, короче, вот сюда. Isn't this the bridge we took to get here? Ты уверена? It is. Подожди. Да. Да, нам налево. Значит, все-таки наверх надо. Не обязательно наверх, может просто где-то по той стороне. Ну тут мы никак не спустимся. Тупайк. Нам туда прям вниз, может быть? Да, нет. Да, туда, нет. Да? Нужно подчеркните. Погоди. Погоди, а нельзя прям вниз? Не. То есть только облететь, да? You? Yeah. Nothing. I just wanted to make sure you are still there. Потом, так, тогда. Подожди. Вот туда написано, в смысле туда. В смысле. А, вон он, на самом верху, вон тот, наверное, да? Думаешь? Левый. Давай еще вот полечусь об тебя. Сзади тебя получить. Прям сзади тебя получается. Вон туда нам. Ну, теперь давай. Вопрос. Ну, значит, выбираться как-то по-другому надо. А через станцию, наверное, надо идти. Maybe.
Голубой поток так красиво выглядит ночью. Стоп! Верни. Я не поняла. У меня что-то было какое-то. Ладно. Я что-то слышу иногда. Да у тебя прямо... там поза кнопка багуется маленько со звуком. Standard pieces or not, these chips are getting the job done. Please don't remind me. Так. Вон туда нам. Облететь? Походу. Самое главное не свалиться, я не вижу. Можешь посмотреть? I'm starting to feel famished. It's about time. Ой-ой. Ты куда? Смотри, то есть нам вон на ту, правильно? Через поток надо идти. Да. Ох, идти же. А нам точно надо было через поток идти? Кажется, нас не туда привели. Нам вон туда. А подожди, а просто нельзя прямо? Это не та сторона. Подожди, нам налево. Направо ты хотел сказать. Блин, да как туда попасть-то, ущука? Серьезно? What's the highest a flow thread can go? Ah, blood. I'm silly, I forgot about the bridges. Пошутил про струю, блин. Make sure they don't get squished. А где-то здесь, короче, как я понимаю, да? All right, go. Мы где-то не открыли, наверное, да? Да, не, все нормально. Там просто надо в объезд. В объезд? В объезд. Так, не ошибиться. Вот туда. Как все запущено, оказывается. О, вообще не вари. Оно бежит за нами. Да, она хочет почесаться. Услуга платная. Дамы и господа, леди и джентльмены. Там наверху что-то есть. Поток. Думаешь? Come on, this way. Иди же. Блин, Мари, так непредсказуемо двигаешься на коньках. Прости. Воу. Эти кому? Нет. Значит, ударами, да? Да. О, они восстанавливаются. On your mark. This one. Вот подожди-ка. My shield isn't much use anymore. Подожди. Let's get it. Вот и все. А блин, только да что-то, по-моему, они это. Ну давай еще раз так же. Так, сейчас. Why? А, у них ударом. Сейчас. Удар. Here we go. Усмирить всех. Бегу. That was easy. Вот, вот, отлично. Отлично. We're not leaving empty-handed. He's begging for more. На.
Вау. Похож на жвачку. Сука. Чем он похож на жвачку, скажи мне? На жвачку? You look pale. I think I really need to eat something. Что, поесть надо? I thought it was just me. Ну давай хоть зачистим, боже. Ну, развернись на секунду. А, ну ладно. Уже не надо. Уже не надо? Да. А мы куда? А нам наверх? Наверх. А, да, так давай пока не будем открывать. Нам бы почистить бы сначала остров. Ты хера всего собралось. Да, согласен. You whip me with your hair. I'm sorry. I can't control it. С этим не повзаимодействовать, никак. Да? Окей. Он там еще. Пошли. Гриб. Грибы. There's still more. Мы видим, как бы. Спасибо. Мы в курсе. Блин, что-то как-то дохера их здесь всего. Бросайся наверх. Бросайся наверх? Точнее, вниз. Давай вот отсюда и вниз. Все, брось. Ну я хочу долететь до конца. Капец, он длинный. Угу. Отлично. Теперь можно и скидываться. Should I open it, Мари, or should you? Полечи меня. Очень надо. Очень да. Мне кажется, не хотят. More housing. Я ничего не нажимал. Это не я. These aren't too desolate. You wouldn't know that they've been abandoned all these years. It might not have been that long. Huh? My mom said that she was still vice president when it all blew up. And I remember when she got that position. I was little, but I remember there was a party. Which means that this whole explosion thing happened afterward. Like 20 years ago at most. Странно? Или нет? Нижний давай. That's about what I was thinking. Oh yeah? How so? I don't know, the architectural style, the kitschy decor. It feels familiar. I feel like I know this era. Well, I don't. That's because you were living on top with tasteful people. Семья спаслась с этой планеты, а он нет. Как вариант. Как вариант, может быть. Но сказали же, что некоторых эвакуировали, некоторых нет. Let's go. Не хочет обниматься, ясно. Open the door. What's that you picked up? This. Мишутка. А бля, какая прелесть. Мишутка. Какой милый. Oh, he's cute. Isn't he? Can we keep him? Пушистый. I don't know, Kay. Who will take care of him? В смысле? I will. You're saying that now, but you'll lose interest in 2 weeks. And after that, I'll be the one taking him on walks and picking up his poop. В смысле, он натуральный? Oh no, I swear. And I'm sure he'll be tidy. Isn't that right, Snetty? You'll be so tidy. Boop. His name is Snetty? Yes, I believe. That just came to me. Snetty's cute. All right, let's keep him. You hear that, Snetty? We're gonna find you a new home.
Что, я думал, это игрушка, нет? Это и была игрушка. Просто они, ну, дурачатся. Так, что, посмотрим еще? Что, где? Да, полечи меня вот так. 42. Ясно. How about we take a look? Come on, let's keep going. Это что такое? What's that? Блядь, а что делать? Any chance that the half-ton angry rust has something? Это же наша тыковка, только другая. Да? Да. Судя по размерам. Охренеть. Подожди, посмотрим, что. Так, нужен этот. Sorry. Do you think they're sorry when they hit us? Come on, focus. Ебать. Так, пробуем. Так, быстро запечатать его. Не стало тоже. А, понятно. Так, давай я. Отлично. Себя буду удары принимать. Блин, надо этого маленького запечатать. Не успел обрати. Держи его. Подожди. Отлично. А, он еще нового заспаунил. Да, нужно его бить. Так, подожди, его берет взрыв, да? Давай вот так попробуем. Такой себе. Ой, блин, там вообще сложно. Да ладно вам. Ого. Any other takers? I say. Смирить быстро. Оу! We're getting there. Это сейчас было больно. I give up. Я сейчас полечу. We can do this. Ready to block. Отлично. We could do better. Let's go. Мы вдвоем, что ли? Я не понимаю. Let's go. Блин, мы хотим кушать, я так понимаю. Сильно уже причем. Да в смысле, я же Так, надо очень быстро того пинать. Подожди. Ау. Не, надо что-то другое. Помню взрыв. Нужно, короче, блокировать. Давай я блокирую. Ого, он уворачивается. Короче, заспамить его надо. По удару точно не действует? Нет. Блокируй. Стронгер, чем мы. Серьезно? Так, сейчас я лечилку возьму. С тобой. Да, он вообще. Айч. Надо вдвоем как взрывом. Да, блин, не получается. Ауч. Эх. Блин, прости, я опять рад. Там опять заспаунилась херота. Да, рейди. Дай ему пофигу.
все у них быстро кончается. Сделай тоник, пожалуйста. One down. You got the last one? You're gonna need... I hope this'll help. Так, и нам нужно мазь еще раз. We can do this. Got it. Red eye. Не успел. Давай вдвоем. Ах ты! You go first. You stay away. Я забыла, что у нас опять это. Я не успеваю. Капец. Ready? Ready. Я не успеваю отжимать прям. What? Мать. Какой жирный. Yes. You got it. That's a hit. Desperate talk. Last ready. Hey. Hey. I protect, you attack. What? I don't typically lose hope, but hey. Капец. Мне кажется, у него здоровье вообще не убил, не убавляет. You go first. Got it. Red eye. Ready? Какой же он прям... Ай, щука. А, нету больше расходника. There you go. Тоник есть еще, и все. Ну, тоник-то еще есть. Red eye. You stay away. Ouch. I'm fine. You go ahead. No. Ah, yes. You go first. No, he deserves that. Попадаю. Got it. Hey. Loot. Ready to... What have we ever done to them? Что сейчас было? Now you. I say. Это просто какой-то пиздец. Hey! Какой он прям. Are you okay? Ты не додержала просто. Ready? Ready. Блин, ладно. Hey! You can do it. Oh, я упала. Блин. Да, чтоб ты был здоров. Yes. Luke K, get up. Спасибо. Так, я понял. Когда он выстрелит, надо бить в рукопашную. Вот сейчас, я думаю, пора. Desperate times. Нет. He deserved that. Там просто еще один, видишь? Так, он ударяет, и его бить надо, да? После того, как ударит. Ауч. Думаю, ты меня уже не подымешь. Думаешь? Да. Блин, серьезно? Мари! Подыми! Да ладно, но я же попала! Е! О! А блокировать? Так, мелкого надо убить. Тоник нужен быстро. Так, вот после его атаки надо бить рукопашку. Вот сейчас! Все, запечатать его быстро. Убей мелкого. Just a little more. Ready? Ready. One and two. Ты видел, какую я писюльку попала, чтобы тебя спасти. Все. I am not sorry to see that one go. It didn't disappear. Жестко. Hyper rust. That's why it was absorbing our flow attacks. Well, at least we took this beating for a good cause. Нам срочно нужно лечиться. Нет! Что с мысли? Я уже не переживу такого. Но.
Ну не знаю я. Ты мне не А чё у тебя помощь нормальная? Потому что я клёвый. Давай ударим его. Да-да. Офигеть. Ну ещё. Удар, по идее, у него. Да блин. Блин, даже не знаю. Подыму ли? Навряд ли. Ты можешь его попробовать загасить? Слушай, я часто тебя так убью. Давай. Не убьешь. На! Был бы тоник и загасил бы. Почти. Мы туда вернемся и убьем его. Чел весьма угрожающий. Yeah, that was kind of a bust. Ничего, сейчас полечимся, все пройдет. Слегка. Он нормальный, но слышь, но мы одолели того, кого собирались, тут внезапно еще один напал. Мы тут ни при чем, между прочим. Праздновать еще нельзя. Пока нельзя, да. Посидеть, что ли, не знаю. You okay? И лечиться. Yeah. I was just thinking. Do you want to talk about it? No. Okay. Один хп. Так, поспать. Поспать. You. Голди сделала себе Steam. Да. Давай Steam свой, Голди. Желательно циферки. Я тебя добавлю. А я же не умею. Я же не умею выключать ее. But I don't know how. Well, it's about time you learned. You lift it up, open the underside, and pull the tab. It's really not complicated. If I knew that it would sing like that every night, I would never have allowed you to bring it. Okay, great. Now deal with the consequences of your choices. Why not just drain the batteries once and for all? I am gonna pretend that I didn't hear that. I'm warning you, it's the last time. Sure. Давай, Голди, присылай свой Steam. You see, it's not that hard. That's not the issue. Okay, we'll drain the battery. Очень даже неплохо. Так, пора в душ. А что, у тебя лога не будет никакого? Жалко. Пора лечиться. Да, прям вот так. Отлично. Да, думаю, и таблеточку можно еще захавать. А сколько там? 20 не хватает. А таблеточка? 60. Ну ладно. На черный день оставим. Пора завтракать. Не. Можно просто поесть, по-моему, не? Ну, можно, конечно. Но и готовить интереснее. Да, Мари?
Еще? Ты чё, есть сейчас. Так, жратва, вот эту. Поели, надо полежать, да? It's over. Oh, you don't look happy. No, I'm not happy. Not only did I just finish the last book I hadn't read, but on top of that, it's to be continued. Повезло. You just need to make up the sequel. You idiot. Wait, are you serious? Of course. Why not? I don't know. I can't write stories. You don't need to write it. Just picture it. How does your book end? The two space outlaws enter the ranch at night, set it on fire, and fly away with the cows on board their spaceship. What's cows? Что такое коровы? Ну, их-то нет. They're like weird creatures with horns and hooves. Okay. Then... Those guys fly away with the cows, and... Those ladies fly away. Okay, so the ladies fly away with the cows on board their spaceship, and... Корову поднимают восстание! Корову поднимают восстание! Блядь, охуенно! I'm not sure the cows can do that. Precisely. They were special cows, genetically modified to develop outstanding intellectual skills. Using their horns and their hooves, they managed to gain control of the spaceship and throw the two outlaws into the void. So now this is a story about cows? You don't like it? I was kind of attached to the two female leads who you murdered on the first page of volume 2. But you have my attention. Ничего, нормально получилось. Мне показалось, он ей фак показал. У меня показалось. Так. У нас ни черта нет. Да. Поэтому сначала поэтому здоровье. Сперва тоник. А, ну давай. Мы должны туняшку звалить.